Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии одного из крупнейших турниров этого года я решила создать для вас видео, как нанести полноценный турнирный макияж всего за 7-10 минут. Так как я сама танцор, я знаю, какие бывают проблемы при подготовке к самому турниру. Вы проспали, мама долго делала прическу, вам уже надо бежать на паркет, партнер кричит, тренер ругается. Все это создает ужасные нервы. Тем более, если вся ответственность за макияж лежит на вас. Поэтому в сегодняшнем видео я покажу и расскажу, как очень быстро и круто нанести макияж на соревнования. Важнейшими элементами этого макияжа будут, конечно же, яркие качественные ресницы и яркие губы. Ну что ж, пожалуй, хватит болтать. Начнем наш макияж. Сначала я беру тональный крем. Наносить я его буду не кисточкой, не спонжиком, а своими руками, как обычный увлажняющий крем. Это занимает всего 30 секунд. Затем беру пудру и наношу все необходимые тени на щеки, на область около роста волос. Носик и на глаза. Затем той же самой кисточкой я наношу необходимые блики на скулы, подбородок, нос и середину лба. Затем кисточка чуть поменьше, я наношу блики на глаза. В общем, вся основа занимает примерно 2,5 минуты. Затем беру обычный карандаш для бровей и провожу четкие линии. Это получается очень быстро и легко. Всего на каждую бровь секунд по 30. Затем беру айлайнер и приступаю к стрелкам. Первую линию я провожу прямо вдоль роста ресниц. Ничего страшного, если она будет чуть кривая. Затем вторую линию я рисую от внешнего уголка глаза по направлению к концу брови. И затем третья завершающая линия от внешнего уголка стрелки к внутреннему уголку глаза. Корректируем
Итого на каждую стрелку примерно по минуте. Затем беру ресницы . Наношу необходимое количество клея и оставляю чуть-чуть засохнуть. Затем беру маленькую тоненькую кисточку, черные тени и рисую нижнюю стрелку. Это занимает буквально 10 секунд. Клей подсох, теперь приклеиваем ресницы. Сначала с внешнего уголка аккуратненько. Затем внутренний. Итого на каждую ресницу по 30 секунд. Реснички готовы. Теперь приступаем к губам. Сначала наношу бордовый карандаш прямыми легкими движениями. Растушевываю пальцем немного. И затем наношу легкий блеск. Это занимает всего 5 секунд. Теперь остается только подкрасить нижние и верхние реснички. И вот вы готовы выйти на паркет. Всем спасибо. Пока.